Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 22 на странице 10 рабочей тетради по математике для 4 класса, автор Маром. В одной корзине было 15 килограмм черешни, а в другой 18 килограмм. Всю черешню разложили в пакеты по 3 килограмма в каждой. Сколько пакетов с черешни получили? Реши задачу сначала одним способом, а затем для проверки другим. Начинаем с решения первым способом. Сначала мы узнаем, сколько всего было черешни. Для этого к 15 прибавим 18. Получится 23 килограмма. 33 килограмма черешни. Теперь мы узнаем, сколько пакетов черешни получилось, если разложили по 3 килограмма. Нужно 33 разделить по 3. Получится 11 пакетов. Пишем ответ 11 пакетов. Теперь мы узнаем при решении первым способом, вторым способом мы сначала узнаем, сколько получится пакетов, если мы разложим черешню с первой корзины. 15 разделить на 3. Получится 5 пакетов. Теперь мы узнаем, сколько пакетов нужно, чтобы разложить черешню старую корзину. 18 разделим по 3. Получится 6 пакетов. Ну и теперь мы узнаем, сколько всего понадобится пакетов. Для этого к 5 прибавим 6. Получится 11 пакетов. Пишем ответ. 11 пакетов. И при решении первым, при решении вторым способом у нас получился одинаковый ответ. Значит, задачи решены верно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.